Добрый день, дорогие друзья! Начиная с вами новую серию уроков, это грамматикумы. Первая тема наших грамматикумов — это местоимения и глаголы первой группы. На французском тема звучит следующим образом. Le pronom et le verbe du premier groupe. Грамматикумы будут разного уровня. Этот данный урок и следующие несколько будут для уровня А1, для самых новичков. Немного теории. Во французском языке у нас три группы. Первая, вторая, третья. Первая и вторая группа — это глаголы регулярные. Регулярные глаголы — это значит, что у вас есть определенная схема, и даже не зная, как переводится глагол, вы видите эту схему и можете его проспрягать. С нерегулярными глаголами все сложнее, их 350, и мы будем их учить. Но это не 350 спряжений, спряжений намного меньше. Если вас вообще интересует тема глаголов и теория, посмотрите другую серию наших видео, которая называется «Французские глаголы», и эту серию вы можете найти в плейлисте. И давайте познакомимся с местоимениями, потому что по ним мы и будем спрягать глаголы. La conjugaison des verbes – спряжение глаголов. Я произношу, вы повторяете за мной. Je – я, tu – ты, il – он, elle – она, nous – мы, vous – вы, il – они, elle – они. Отмечу. Первое. Il – вот это и это в контексте никогда вы не перепутаете, потому что, чтобы кого-то назвать «они», у вас до этого должны будут быть Петя, например, и Ваня. И еще вторая ремарка по поводу «иль» они и «эль» они. Здесь мы с вами можем встретить только девушек. А здесь, если к девушкам присоединится один мальчик, их уже нужно будет называть «илем». И только мальчиков тоже можно будет называть «илем». Вуаля, запомните это. И давайте с вами посмотрим еще немножко теории, потому что я буду употреблять такие термины, как первое, второе, третье лицо, и на всякий случай мы это освежим. La première personne, первое лицо, это я и мы. La deuxième personne, tu et vous. La troisième personne, il, il. И la troisième personne женского рода, elle и elle. Я думаю, что вы все это знаете, но vocabulaire la première personne, la deuxième personne et la troisième personne – это будет уже полезно. Дальше, как мы работаем с глаголом? Вот я взяла глагол parler, это глагол говорить. Это глагол первой группы, и мы можем это распознать по окончанию «er». Вуаля, я его отделила. Вот это у нас получается основа глагола, а это его окончание. Чтобы проспрягать глагол, мы берем только основу и подставляем ее к местоимению. «Je parle» и так далее. Видите, везде одно и то же. И дальше нам нужно будет с вами выучить окончание. Давайте посмотрим. «E» для «je», «es» для «tu», «e» для «il», «l», «e» тоже, «ons» для «nous», «ez» для «vous», «ent» для «il», «ent» для «l» множественного числа. Я произношу, а вы отметьте, пожалуйста, то, как я это делаю, и можете повторять за мной. Артикулируйте, пожалуйста, так же, как я, широко открывайте рот, потому что для нас это очень важно. «Je parle». Tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Я думаю, что все заметили, что в формах «je», «tu», «il», «elle», «il» и «elle» окончание не читать. То есть оно пишется, а не читается. И мы это называем башмаком, потому что, смотрите, вот он у нас образовался, если мы обвели эти все формы. Запомните, пожалуйста, это. Во-первых, вам это поможет выучить, как это произносится. Это раз. А во-вторых, в этом башмаке есть очень много закономерностей, не только здесь, но и дальше. То есть, когда я вам буду что-то объяснять и говорить, посмотрите, обратите внимание на башмак, вы уже будете знать, куда смотреть. И давайте с вами еще раз произнесем это. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. И давайте посмотрим еще один глагол. Это глагол marcher, ходить. Может быть, вы помните из уроков физкультуры, шагом марш. То есть это с нами даже уже учителя по-французски говорили. Опять же, отделила окончание, оставила основу марша и проспрягала. Если хотите, можете меня остановить и сами проспрягать, если уже запомнили. Или давайте посмотрим вместе. Что у нас получилось? Я читаю, вы произносите за мной. Je marche. Tu marches, il marche, elle marche, nous marchons, vous marchez, il marche, elle marche. И еще раз произнесем. Открывайте широко рот. Я специально выбирала такие глаголы, где нужно широко открывать рот. Je marche, tu marches,
«il marche», «elle marche», «nous marchons», «vous marchez», «il marche», «elle marche». И тоже в башмаке, обратите внимание, то же самое. Везде у нас не будут произноситься окончания. Только здесь окончание «о» носовой, а здесь окончание «и». «Marchons», «marché». И я приготовила вам список глаголов. Посмотрите, пожалуйста, если у вас будет желание, проспрягайте их, пропишите, произнесите, обведите башмак, чтобы память ваша работала. Специально вам другим цветом отделила окончание, потому что некоторые по непривычке и невнимательности пишут уже окончание вот сюда они его ставят, а нам нужно «ER» отбросить, оно нам больше не встречается, а именно к основе прибавить те окончания, которые мы с вами видели. «Ö», «ÖS», «Ö», «ONS», «ÖZ» и «ÖNT». И давайте я их прочту. «Marché», «Caché» — прятать, «Cherché» — искать, «Danser» — танцевать, «Dessiner» — рисовать, «Dîner» — ужинать, déjeuner, обедать, travailler, работать. Обращаю ваше внимание на звуки dessiner и dîner, потому что там будет din, dessine или déjeune, n часто получается очень такой плотный, некрасивый. Когда будете n произносить, язык к верхним зубам, и вот альвеолы, и зубы, вы касаетесь их и произносите звонко. Н, и быстрый язык вниз. Так будет красиво. И я вам желаю удачи. Если вы только начинаете изучать язык, это прекрасное путешествие, которое вас ждет. Встретимся на втором уроке. Au revoir.